Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Бюро Находок. Сегодня мы с вами снова в городе Ростове-Великом. И цель нашего путешествия за моей спиной. Это Богоявленский Авраамов женский монастырь. Почему именно этот монастырь? Очень просто. Этот монастырь является одним из самых древних монастырей на Руси. И это был первый монастырь, который был основан на ростовской земле. А основание этого монастыря историки относят к 1080 году. Ну что же, давайте посмотрим на сам монастырь, и я вам расскажу о нем более подробно. Итак, вот он, Богоявленский Авраамов женский монастырь. Он был основан в конце XI века святым Авраамом Ростовским, как мужской монастырь, на месте разрушенного им языческого капища бога Велеса, очень почитавшегося в докрещенской Руси. Изначально все постройки, естественно, были деревянными. В конце XVI века построен каменный Богоявленский собор, а в течение XVII века в камне отстроены основные постройки монастыря. Большой урон постройкам монастыря был нанесен пожаром в 1730 году. Но позже монастырь был восстановлен, сооружены корпуса келий и ограда с башнями. К началу 20 века монастырь стал малолюден, и в 1915 году его постройки и вовсе переданы были эвакуированному Полоцкому Ефросиньевскому женскому монастырю. Окончательно он был закрыт в 1929 году, а постройки заняты под жилье. В 1930 году была разобрана ограда и срыто кладбище. В 1994 году на территории монастыря было создано патриаршее подворье, а в 2003 году он был преобразован в женский монастырь. Ну что ж, друзья, перед нами, можно сказать, лицо монастыря – церковь Николая Чудотворца. Имеет обиходное название Никольская церковь, Николаевская церковь, церковь Никола Угодника, ну или Свято-Никольская церковь. Представляет из себя кирпичную надвратную церковь, построенную, кстати, в 1691 году на средства дворян Мещериновых над западными святыми воротами монастыря. Это бестолк на четверик с трехчастным алтарем, окруженный галереей с парными башнями, примыкающими к западным углам здания. После пожара 1826 года над церковью надстроен ярус звона колокольни в стиле классицизма. А архитектором этой колокольни был уже известный нам с вами по первой части Ростова Петр Яковлевич Паньков. Что, собственно говоря, внешне и очень даже заметно. Это как раз его стиль. Закрыта была церковь в 1929 году, после чего использовалась под жилье. В 1994 году возвращена верующим, отреставрирована и в настоящее время является действующей церковью.
сейчас перед нами жемчужина монастыря – собор Богоявления Господня. Еще он называется Богоявленский собор, собор Крещения Господня или Крещенский собор. Основание его относится к XI веку, как и основание всего монастыря. Само здание выстроено в 1553 году по велениям Ивана Грозного. Да-да, в 1553 году. Это пятиглавый четырехстолбный трехапсидный храм на подклете, первоначально имевший позакомарное покрытие. Как вы видите сами, он обладает живописной асимметричной композицией. С юго-востока к собору примыкает предел Авраамия Ростовского, выстроенный в виде шатровой церкви, а к юго-западному углу храма пристроен предел Иоанна Богослова, над которым позже, уже в 17 веке, была надстроена шатровая колокольня. В северной части западной паперти устроен предел Искновения Предтечи, упраздненный после пожара 1730 года, увенчанный главкой на горке кокошников. Собор был закрыт в 1929 году и использовался как склад, но в целом поддерживался в нормальном состоянии. Как мы с вами видим сейчас, идет активная реставрация. Ну что ж, дорогие друзья, а теперь мы с вами видим церковь Видения Пресвятой Богородицы во храм. Она имеет обиходное название Введенская церковь или Богородицкая церковь. Основана и построена была в 1650 году при настоятеле Ионе Сысоевиче, будущем митрополите Ростовском, к юго-востоку от Богоявленского собора, с которым была связана галерея, ныне сохранившаяся. Представляет она из себя кирпичный теплый храм на высоком подклете. Это бестолбный, одноапсидный четверик с небольшой трапезной, первоначально имевшей двускатное клетское покрытие с главкой. В 1801 году под руководством того же Петра Яковлевича Панькова церковь перестроена в стиле классицизма и увенчана куполом с главкой, которая была утрачена в советское время. Закрыта церковь была в 1929 году, после чего использовалась как детский сад, санаторий и даже медвотрезвитель. В настоящее время в основном используется как административное здание, а в 2000-х годах главка была восстановлена. Ну что же, вот мы с вами и побывали в одном из древнейших монастырей Руси, в Богоявленском Авраамиевском женском монастыре. Как видите, работы по реконструкции продолжаются, не останавливаются даже по выходным дням. А это значит, что скоро монастырь будет как новенький, и мы сможем увидеть его во всей его красе. Конечно, за многие сотни лет его существования он не раз претерпевал изменения. Но, к сожалению, нам увидеть их не удастся. А вот результаты работы реставраторов сегодняшних дней, наших дней, мы имеем возможность увидеть. Но для этого надо только немножко подождать. А на сегодня это все. Вы смотрели канал Бюро Находок. Еще увидимся. Пока-пока.